Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Uncharted. В предыдущей серии мы стали свидетелями того, Елена, в общем, засняла на свою видеокамеру, которую в итоге потом потеряла, что Салли жив, и он находится наверху в монастыре, поэтому нам нужно сейчас направляться сюда, узнать, какого черта вообще, как это можно объяснить. Так что плывем вверх по речке. Будем надеяться, это будет не очень сложно. Ой, какое течение. О-о-о. Да, течение что надо. Зато красиво. Ой, бочки. Ой, не надо, ой, плыви назад, урод, ну что ж ты делаешь? Ой, бляха-муха. Уф. Фу. Ну ладно. Блин, мне это напоминает почему-то Crash Bandicoot. Там были похожие уровни. Собственно, та же... А, бляха-муха. Та же самая студия делала. Да, блин, плыви ты уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я сюда залезу вообще, нет? С разгонуюсь. Блин, ну речка, конечно, бурная. Такую попадешь, тебя сразу на подводные камни побьет. Ой, тихо. Ой, какой миллиметраж. Блин, ну согласитесь, красиво, да? Но сложно. Ну пока не особо сложно, но... Я верю, что это только начало. Так, я постараюсь проскочить, потому что что-то их вас больно уж, до хрена. Ой-ой-ой-ой, нет, я не проскочу, меня сейчас убьют. Да. Так, ну придется тогда, я не знаю, как с вами воевать. У меня один пистолет, то есть я не могу чем-то более серьезным вас стрелять. И как я с этим пистолетом буду справляться, тем более эта штука постоянно двигается. О, ты посмотри, что делают. Офигеть. Только сказал, что не сложно пока, так меня сразу начали отделывать как орех просто. Так, ну-ка, может у вас на берегу там стоит чего? Блин, проедь, самолет, ну. Да твою мать, да это нереально просто. Так, ладно. Хорошее начало. Хорошее. А если так? То есть без прицела. Да, убивает их Елена. Не, без прицела он вообще не целится. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Да твою мать, блин, почти проскочили. Там уже Дрейк начал ругаться. Твою мать, говорит, Елена, стреляй по бочкам. Я начну стрелять по бочкам, меня сразу убьют те гады. Да, это сразу нет. Это сразу труп явный. Ну давай. Нет, блин, я не знаю, что тут делать. Придется, похоже, долго-долго париться. Идей вообще ноль. Так, ну одного мы положим или. Да твою мать, еще давай бочки не будут взрываться у вас. Ой-ой-ой, да блин, ты посмотри вообще, это просто... Так, я сейчас начну бить стены кулаками. Ладно. Так, ну если меня сейчас убьют, я просто выключу записи, пока не пройдут, и вместо ее не включу. Так что ли, я не знаю, просто по-другому как еще.
Что-то вы, ребята, я не знаю, как-то очень уж простенько все сделали. Дали бы каждому из них по ракетнице, и лучше не по простой, а по восьмиствольной. А то что-то как-то... У меня хоть какие-то шансы так есть. Да, стреляй, я... Ну, бляха-муха, ну вы что там? Снайпера, что ли, я не пойму. Уф. Короче, только так похоже. Ладно. Так, вроде кого-то убил. Блин, еще по течению не сносило. А то и так хрен что сделаешь. Так еще и сносит постоянно. Татюню! Летать. Шо? Жив цел. Давай. Хорошо. Фу, так, вроде что-то получается. Как только сказал, что сейчас выключу запись, так они надо мной смиловались. Сюда я не могу. Да, это было непросто. Я надеюсь, она закончилась, по крайней мере. Палк, ты что-то вообще какой-то крутой подъем. О, давай. Офигеть, пороги какие. Я как лосось на нерест. Давай, погнали. Так, хорошо. Выбрались, кажется. Блин, течение все хуже и хуже. Это же совсем капец какой-то. Да твою мать. О, вот вас-то мне и не хватило. Когда я говорил, что осталось только чуваков с ракетницами поставить, я не думал, что вы поймете меня. Ой-ой-ой, бляха-муха. Что вы поймете меня буквально. Так, ладно. Блин, это все крайне непросто. Твою мать. Давай, погнали. На нерест. Так, хорошо. Да пофигу на тебя. Ой, бочки! Ох, твою мать, ничего. Ой, снова взрыв, что ли? Твою мать, это... Я этот подъем по речке, похоже, буду долго вспоминать. Ну, давай, ну. Так, ну. Я даже не знаю, что тут предпринять, то есть... С одной стороны, если я сейчас попытаюсь убить этого гада, меня бочками завалят, потому что их тут натурально до хрена. С другой стороны, если я не попытаюсь, то меня убьет там на верхних подступах вот тут вот. Ой, я сам убьюсь. Да не буксуй, давай. Так, ладно. Где кто? Ой, чуть сам в бочку не въехал. Блин, я просто проехать тут не могу. Меня еще заставляют не целиться. Ребята, вы охренели. Ой, ну охренели. Бляха-муха, вы моя смерть, как хотите. Мне пофигу, кто там в сети. Да ты смотри, я просто заехать не могу.
Да что ж творится-то, бабоньки? Так, давай, приди в себя, маленько, драке. Драке, давай. Так, тихо. Это откуда такое прилетело? Нехорошее, понятно, с мостика. Так, дайте мне, пожалуйста, спокойно выбраться отсюда. Это просто капец какой-то. Так, долезть, нет? Долезть. Фу, так. Да, то еще путешествие. Ладно, вроде вода спокойная здесь. А, как же. Нам сюда нужно, нет? Похоже, что нет. Алло, уважаемый, где мне высаживаться-то? Я так понял, что я правильно все приплыл? Но высадиться не дают. Что за фигня? Все, наконец-то. Фу, так. Пошли к монастырю и посмотрим, что происходит. Глава 13. Лично. Блин, ну это подъем, это была какая-то, я не знаю. Попа боль натурально. Ага, ну как обычно. Когда у нас что было просто так? Уф, хорошо. Что интересно, враги, то есть, перемещаются быстрее, чем я могу правым стиком крутить в стороны. Это до того смешно. Я могу чувствительность, конечно, побольше поставить на стиках, чтобы за ними успевать целиться, но тогда по ним просто нереально будет на них навестись, потому что прицел будет уходить как минимум там вправо-влево на полметра в нужную сторону. Так вот, короче говоря. Нормально ты открыл. Ты чё буксуешь? Ты притормози. Там наверняка могут быть гопники Эдди. Отвратительно. Вот бы у меня камера была. Испанцы что, говорят, ловушку понаставили, чтобы защитить свое золото? Это не испанцы сделали. Посмотри на шипы. Да ты шутишь. Это с нашего самолета. Мне же никакого смысла. Зачем кому-то делать такие ловушки, чтобы... своих же людей убивать. А это не они делали. Ты слышала? Ничего. Ничего. Полная тишина. За нами наблюдают. Наблюдают? Знаешь, наверное, показалось. Давай отсюда просто убираться. Ладно. Так, ладно. Осторожно, надо под ноги смотреть. Тут, значит, ловушки кто-то понаставил. Так, бери это. Sweet. О, как Дрейк обрадовался, берите. Офигеть, она выстрел, что ли? Хорошо. Все сложнее и сложнее. Ну да ладно.
Мы не ищем легких путей, как говорится. Так, подожди, где билет там было? Давай возьмем. Так, ну если тут у нас такие проблемы серьезные, то надо снайпер найти первым делом. Где он? Да дохни, дохни. О! Не знаю, без разницы, сдетонировали. Да падай ты, мать твою, да что ж такое-то с вами? Хорошо. Вот это нормально, сдох. Так, тихо. Смотрите. Целюсь? Блин, сдернулся. Хотел сказать, что то, что оно прямо в перекрестии, это не означает, что вы 100% попадете именно туда. Им нужно было сделать в центре этого прицела. Ты еще живой, что ли? Ты... Как так бывает вообще? Ты посмотри, я в него целый рожок выписал. В центре этого прицела надо сделать махонькую точку. Вот она бы точно показывает, куда попадет. Roman and Navarro can't be far off if they've left their attack dogs at the gate. Навара говорит, где-то здесь. Раз они оставили своих бойцов так рядом. Так, эти ребята ходят с М4, а один. Хорошо. Давайте посмотрим, что здесь. Может, какие-нибудь ништяки лежат? Да нет, похоже, что нет. Ладно, что-то тихо как-то, слишком тихо. Go ahead. I want the library secure. Don't let them Нужно get to Sullivan. Зачистить библиотеку, никому не давайте проникнуть туда. Старик работает, говорит, в восточной части комплекса. Нахрена они вообще его с собой привели? Надо было застрелить. Так. В ну, ладно, еще есть желающие, пока я на выгодной позиции. Ну какая бы, о, да вы издеваетесь что ли? Твою мать! Оп-оп-оп-оп! Молодца! Хорошо. Так, десерт игл. Отлично. Это он у нас, что ли, с лазерным прицелом? Да нет, вроде. Странно. Так, ну что, пойдемте за Салли. Салли, похоже, у них расшифровывается. Но плохие воспоминания. Ой, воспоминания, плохие предчувствия об этом месте. Меня, говорит, тоже. Давай найдем Салли выбираться отсюда. Так, но нужно сначала найти. Это еще что такое?
shit. Вот твою мать. И оно с двух сторон, что ли? Ох, блин. Ой, блин, это похоже. Дадут, короче говоря, они нам еще просраться, извиняюсь за выражение. Убивают натурально. Очень-очень быстро. Ой-о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 й. Да, они еще на втором этаже. Блин, еще б я повыше стрелял. Так, нужно отступать. Не самое лучшее укрытие у меня, надо отметить. Елена, давай там что-нибудь сделай с ними. Да, твою мать. Оп, оп. Давай, давай. Молодцы. Что-то десерт игл не для моего стиля стрельбы, потому что я очень редко попадаю, а он с одного выстрела не убивает. Да, как я и говорил. Лучше возьмем беретту. Беретта, она, по идее, тоже мощная. Не такая, конечно. О-о-о. Но все-таки. Так, хорошо. Где-то там. Так, ладно. Серьезно, так поубавили их количество. Так, тут, по-моему, кто-то был. Мне показалось. Ну, эти ребята серьезнее экипированы, да? То есть у них и М16, и берет, и... Обмывы, снаряг, он серьезный, бронежилет всякий. Так, нет, я лучше с берета останусь. Где ты меня увидел? О! Блин. Опасно. Так, Елена, ты где? Ты здесь? Там еще пара врагов, по-моему, осталось. Даже понял, что мне сюда нужно подбираться. Единственное, но то, что... Ой-ой-ой, куда-то полетел. То, что пока я буду лазить, как бы меня не убили. Вот раз нормально запрыгнул, в прошлый раз не очень, не понимаю. Так, ну да ладно. Шо? Макака. Оп! Давай. Молодцы. Что-то его заглючил аж, задергался весь. Боится. Оп, так шо? Так. Ладно. Чем в итоге имеем? Нам придется, похоже, капитально тут попрыгать. В эту ли сторону или нет, я пока не знаю. Тут он, то есть, вообще не подбирается, да? Давайте полезем, пока куда глаза глядят. Не хочет он. Давайте тогда в эту сторону. Да пропрыгаем до того края, посмотрим, что у нас там. Вниз пока спускаться неохота. Сдается мне, что вниз нам не нужно. Мне кажется, мы пойдем обратно в тот двор.
этом постараемся обойтись без этого. Так, подожди. Может тут? Или все-таки спрыгнуть? Ой, не знаю. Да, других путей, по-моему, не остается. Так, ладно. Салли, где ты, мать твою, за ногу? Против нас тут опять целая армия. Да, давай, давай. Я не понимаю, вот временами он сам сбрасывает. Я просто нажимаю кнопку. Эй! Что такое? Я что-то не так делаю, что ли? Не понял, почему он роняет. Так, вот это похоже. Ну-ка. Отлично. Сейчас, возможно... Да, спускайся. Сейчас она, возможно, поднимет, а я вот момент проскользну. Или наоборот. Here. I'll hold that while you brace the gate open. Так, давай, говорит, я подержу, пока ты... Короче, не откроешь ворота для меня. Okay, let it go. Gently. А, все, понял. Gently. Так. Поплавнее, говорит, опускай. Я сказал поплавнее. Так. Поплавнее есть такое слово вообще, нет? Ладно, нам татарам скидка. Ой, блин, тут сейчас, похоже, перестрелка-то будет. Куда спрятаться? Прятаться-то особо некуда. Не особо надежное укрытие. Ой. Офигеть. Да, это будет, конечно... Я думаю, тут порядком, раз умру. Да. Ой, между ног. Прилег. Шо? Теперь с этими. Ой, оттуда обходит. Вот это реально плохо. Да твою мать. Блин, у меня просто тупо нет укрытия. Да что ж такое, бляха, муха. Так. Как я и говорил, тут мы еще, похоже, наедимся. Так, секунду. Так, продолжаем. Меня тут отвлекли чуть ли не на 10 минут. Короче говоря, когда девушка начинает сушить мозги, это, как правило, надолго. Так, короче говоря, я опять промахиваюсь. Ну ничего, я думаю, мы выживем. Сейчас мне нужно... хватать свою МШ. Офигеть. Короче, тут, походу, будет очень сложно выжить. Я не знаю, честно говоря, что мне делать. Как мне выживать. Но первым делом нужно по-любому этих снайперов прищучить. Вот тебя. И... Ой. Давай стреляй. Так, хорошо. Теперь... Держите подарок туда, держите подарок туда, и держите подарок туда. Я не знаю, кто там был, кто не был, но, по крайней мере, мне так спокойнее. Теперь. Ой, а тут прятаться некуда. Я думал, тут спрятаться можно. О, да прячься тут, бляха, меня сейчас убьют, просто потому что он не приседает, скотина. Так, а в целом неплохо было. Тактика работает, только прятаться надо будет теперь налево, а не направо. Так. Оп, тихо. Тебя. 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 Тебя.
Так, ну с пистолета это уже, конечно, смешно. Теперь мне нужно найти нормальное укрытие, чтобы... Да твою мать, ну что ж такое? Вы видели, с какого расстояния у меня попадает каждый пулей? Это как вообще по сложности? Нормально считается? Или я просто после Dark Souls, я в Dark Souls меньше умираю, чем здесь. Так, дорогой, давай. Оп, и в яйки. Хорошо. Так, ладно. Так, там у нас где-то братан был с дробовиком, если я его не убил, конечно. Так, Елена, ты где? Короче говоря, у нас серьезные проблемы. И я даже не совсем знаю, как мне их решать. У меня нет патронов, мне некуда отступить. Где вы? Откуда-то оттуда стреляет. Так, вон братинчик у нас один. Оп! Оп! Ава! Хорошо, блин, прикольно, дерется так. Не напряжно. Так, мне бы патроны. Шо? Елена, давай ко мне. Да, твою мать. На гранатометчик. Это ж надо. Какое везение нарваться. Тихо, тихо, тихо. Он своего убил. Дебил. Так, ладно. Шо? Блин, ну это натуральный какой-то, я не знаю, секс-марафон. Причем какой-то гей-порно натурально, потому что я, не знаю, выкидывают тебя на арену с 15 врагами, где практически нет укрытий, со всех сторон стреляют. Так, я прослушал, что они говорят во время своего праведного возмущения. Ну блин, ну это же натурально. Я не знаю. Она работала в этом маленьком баре в Филиппинах. У нее была улыбка, которая растопляла твое сердце. Just a wee bit of a thing. She couldn't have been much more than 4'11". They called her the spinner because she... Will you shut up, old man? You told us that one a dozen times already. Нам говорит, уже 100 раз это рассказывал. Заткнись. Рассказывай байки про своих баб. Не та память. Че так долго-то, говорит? Ну, может, ты заметил, больше этих книг испорчено и написано на испанском. Давай, говорит, поспеши, босс ждет. Эй, наверху! Look out. В катсцене их было как минимум раз в 10 меньше, ребята. И они не окружали нас со всех сторон. Ну почему эта игра такая несправедливая? Watch it. Так, бежим к тебе. Take him out. Да хватит меня целиться. Так, ты в минус. Сдох наконец, скотина. Ой-ой-ой. Тихо, возьмем САС, который на самом деле спас. Отлично, только это дробовик, поэтому придется несколько раз выстрелить. Но этот дробовик, надо сказать, кстати, вполне неплох. Так, ребятушки, вы где? Вам пора спуститься, по-моему. Ой, спуститься, говорю, появиться. Да твою мать! Это просто натурально. Вот я знаю теперь, с кого срисовывали персонажа Нео.
так уворачиваться от пуль. Да твою мать, да что ж ты не дохнешь-то, а? Уф, вроде все. Наконец-то ты появился, говорит. Ты достаточно хорошо выглядишь для трупа. Что, девчонку с собой привел? Если б не она, тебя бы никогда не спасли. Если это спасение. Ну, что это значит? Салли, признай, это все выглядит довольно подозрительно. Now wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, мне нужно было купить некоторое время. Didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. Если бы ты рот держал, говорит, закрытым, то все у нас было бы в порядке. А ты, говорит, убежал и бросил меня лежать там мертвым. None of that matters now. All right, so how is it you're standing here breathing and all? Так как ты выжил ты вообще? You are not gonna believe this. Ты не поверишь. No way. Old Francis took a bullet. Старина Фрэнсис принял пулю за тебя. I thought this kind of thing only happened in the movies. Я думал, такое только в кино бывает. Son of a bitch, I'll tell you that. Anyway, once they realized I wasn't dead, I convinced Roman that they would never find the treasure without me. So I've been trying to mislead him ever since. После того, как они поняли, что он живой. Он сумел их убедить, что без него они сокровища никогда не найдут. Поэтому они оставили его в живых. Drake had it all figured out. See, that's the symbol the Spanish used to mark their secret vaults. The treasure. Это символ, которым испанцы помечали места своих секреток. We find the vault. We have everything we need right here. All the clues to take us right to the treasure. We can do this, kid. Найди символ, найдем сокровище. Aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? Вы, говорит, меня больше не бросите. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. У нее, говорит, хороший правый. Ты, говорит, давай не шути с ней. Ладно, запомни. Так, ну что, давайте на этом. Закончим на этом эту серию. В следующую уже будем продвигаться дальше, искать сокровища, которая спрятана где-то в этой комнате, судя по всему. Как бы там ни было, это будет в следующей серии. Вот в такие моменты игру любишь. Но когда на тебя вываливают очередную порцию там из 30 врагов, это, конечно, печально. Как бы там ни было, игра все равно крутая. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.